Проекты памятников небесному покровителю архимандриту Гавриилу награды строительном комитете обсуждают уже в третий раз. На прошлом совещании комиссия определила 5 скульпторов. Теперь предстоит выбрать один эскиз. И тут мнения разделились. Оно самое лучшее. Оно, во-первых, действительно по внешности напоминает, и оно фактически иконописно, это изображение, с иконы. То вот оно самое лучшее, на наш взгляд. Каждый автор представил презентацию проекта, разъяснил все нюансы. В эскизе фигура отца Гавриила с благословением стоит под аркой, символизирующей райские врата. В основном все скульптуры высотой почти в 4 метра. Материал бронза, но цена отличается. Многим очень нравится, что сходилось именно эта работа. Очень высокая стоимость. Потому вот другие работы, допустим, в том же самом масштабе стоят в 3 раза дешевле. Священнослужители же волнует не столько финансовый вопрос, сколько соблюдение канонов. Есть определенно такие вопросы, которые не кажутся малозначительными с точки зрения какой-нибудь светской оценки, а с точки зрения церковной иконописи, у кого-то, например, там наметка не монашеская, а патриаршая. Пока градостроительный комитет так и не пришел к общему знаменателю, поэтому на сайте трисосны.рф вы можете высказать свое мнение и проголосовать за тот или иной проект памятника. Евгения Креминская, Виталий Немов, новости Димитровграда.